Немногим больше месяца остается до 19 сентября, единого дня голосования. На текущий момент время подачи документов кандидатов в депутаты на регистрацию уже завершено, и сейчас идет процесс выдачи удостоверений. Одним из обладателей заветного документа стал Владимир Жук. Для меня это же событие. Удостоверение дает теперь право полноценно работать, вести агитационную кампанию, проводить встречи. Поэтому постараюсь оправдать доверие. Ну, конечно, работаем не только на победу и, надеюсь, на доверие жителей. Владимир Петрович – опытный парламентарий. Уже 5 лет он работает в Мособлдуме и хорошо известен жителям нашего округа своими делами и активной позицией в помощи людям. Напомним, что в сентябре избирателям Ленинского округа предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, а также Московской областной Думы. То есть избиратель, когда придет на избирательный участок у нас, да, на нашей территории, он получит 4 вида бюллетеней. 2 бюллетеня по Государственной Думе и 2 бюллетеня по Московской областной Думе. Первый бюллетень – это партийные списки, где избиратели голосуют за партию, не за кандидата. И второй бюллетень – это как раз кандидаты-одномандатники. В избирательной кампании 2021 по нашему муниципалитету на кресло народных избранников Госдуму претендует 13 человек, а в Мособлдуму – 5 или 6. Документы одного из кандидатов еще находятся на проверке.